Немножко генерала Деревянко. А из какой, он говорит, деревни? Село Косаневка, Уманского района. Вот, на борту линкора Миссури. Да, Токийский затон. Имени Советского Союза генерал Деревянко, да, уроженец Умани, подписывает капитуляцию императорской Японии. Вот, оказывается, вот этим пером была подписана капитуляция. И это перо передал музею Уманскому. Сын. Сын генерала. Да. Вот, ну и это тоже как-то связано. Катана, да? Да. А японский уже такой современный меч тоже. Вот кто-то из, наверное, родственников генерала. Ну, не родственников генерала, ну, а солдатики, которые верталось. А, солдаты привезли. Ну, понятно. Вот такие вот здесь. Вот это такая наша история умочная. Я вам коротко рассказал. Очень интересно. Приходите. Больше деталей, если у вас не будет 15.